за процентим опять ты зарядов. Такое. Ей, после каких-то 2,5 часов мы едем к польскому туалету. Да. Блин, а это сейчас села пойдут. Сейчас польского туалета не будет. Будет сразу же, вроде нет. Да вроде нет. Мы поедем в гарний туалет. В гарний туалет? Ну, шукаємо туалет. Там можна і поснідати. В туалеті що не можна поснідати? Запарковались, как бы. Вот так вот это все выглядит. Парковка стоит 30 злотых. Просто 30 злотых. Она мы тянется. Мы не выспавшись, а хотим спать. Да, сейчас самый квест, то что нам нужно идти 9 километров. А спать хочется, потому что мы сегодня встали в 2:30 ночи. И при этом ночки были, ну, ночка была не очень. Какая-то бессонная. И, в общем, сейчас силы. Ага. Зашли мы. Вход стоил 5 злотых. Есть оплата этими карточками, в общем. Да, есть такие лошадки. Я кого прикольно идет и кушает. Я немного завидую его шортам. А я еще в черном. Но я рассчитывал, что будет пас. Мне нравится и не нравится этот лес. А что не нравится? Тут столько лисичек, я их не могу пособирать. Красота. Сколько мы уже идем? 22 половины. О, 22. Сколько? В тех чащах так много грибов, и никому они не нужны. Значит, никому тебе нужны. Ну где? Ну я же их не собираю. Ты глазами. Клип-клип. Женька говорит, у меня как спортивная охота на грибы. Глазами. Я их фотографирую. Разница в менталитете. Пройдитесь к Синевиру и посмотрите на Узбича. Обочины. На обочины дорог. И вот мы идем по Татрам польским. Чистота, красота. Никому в голову не приходит выкинуть свою бутылку. Ему только в голову. Но он не поляк. Упаковку, да, от чипсов и тому подобное. Красота. Ну, за Харибарки будут там на вершине раскидано. Ой, да. Да, еще асфальт они замутили, но не пускают машинки. Мы любим инфоцентры. Мы любим инфоцентры. Hello. А do you have a map? Uh-huh. I think it's enough for us. Okay. Thank you. No problem. Have a nice day. Любимо туристичні халявні карти. Де ми? Тицьні пальцем. Розказуй, де ми? Офігівось. Вот так всегда. Но мы любим инфокарты. Вот там шумит речка. Значит, где-то сейчас должен быть водопад. Вот это называется цивилизация. Но кстати, в итоге нигде не нагажено, нигде ни салфетки, ни туалетная бумага, ничего подобного. Указано, что наступный туалет через 35. Вот, вот. Ты задумаешь, видишь, чувак стоит и думает. Тяните, тяните, 35 минут, блин, выдержу, не выдержу. Ладно, нет, все-таки. We'll be right back.
идти еще 9 прямо. Две годы. Все, идем назад. Времени очень мало. Сейчас все. У меня рюкзак стал легче, потому что на мне куртка. И мы чуть-чуть поели. А, это у меня. У тебя особо не стало легче, да. Потому что твоя и моя куртка были у меня в рюкзаке. В общем, как всегда, нам не хватило ни на все наши идеи времени. Все очень поздно, быстро, в попыхах и всему такому. Потому что сейчас как бы по времени... Сейчас 18:02, нам идти 2 часа, то есть 8 мы будем только у машины. Надо как только словит интернет, чтобы ты проверил. Пол 9 мы приедем к нам на ночлег. Очень красиво, и с погодой повезло, и не холодно, не жарко, не солнечно, не пасмурно. Да, мы вылили весь чай, не получилось ни одного кадра. После поесть мы спать или выберемся в центр? Не. Ну, максимум можем Лидл подключить, это венца. Я венца там хотел попить. Вот там венцо. Классно. Берите с собой венцо. Не спеша приходите туда. Венцо, сыр, сосиски. Сидите, жуете, наблюдаете, наслаждаетесь горами. А, кстати, еще плюс вечером. Когда сейчас уже все ушли, стало мало людей, вот тишина такая. Татровская малинка. Она мне ее сорвала. Я, кстати, съела пару червячек. Это же не очень. А я черешню грал. Звучай. Вместе с рыбками рвал их. У нас теория, что здесь просто нельзя этого срывать, потому что национальный парк. Так как были бы, ну, грибники, я точно есть в Польше, и они здесь все сносили подчистую. Сколько мы дошли назад? Ну, за часа два. О, у нас рекорд. Час я туда. Туда мы и шли за 2:20. Как, блядь, ну. 40 минут, так хорошо. Больше мы этого не повторим. Добрый вечер. Czy może mnie pan podwieźć 2 km? Ja tam zostawiłem auto, jestem z małymi synami. Tutaj tylko 2 km, dobra? Dobra. O, dziękuję. Ja wejdę z nim. A ten jest...